Добрый день. Разрешите поприветствовать всех участников третьего форума машиностроителей Казахстана и зачитать приветственный адрес участникам третьего форума машиностроителей Казахстана от имени главы нашего государства. Участникам третьего форума машиностроителей Казахстана, уважаемые участники форума, поздравляю вас с открытием третьего форума машиностроителей Казахстана, который стал эффективной диалоговой площадкой между государством, бизнесом и наукой. Наша республика выбрала курс на построение устойчивой и сбалансированной экономики с производством продукции высоких переделов. Мы вступили в Евразийский экономический союз и ВТО, получая доступ на мировые рынки и открывая свои. Машиностроительный комплекс Казахстана должен стать локомотивом преобразования экономики и индустриально-инновационного развития страны. За 5 лет количество действующих предприятий в отрасли увеличилось в 1,5 раза. В их числе проекты, которые позволили производить новые конечные виды продукции, такие как мобильные буровые комплексы, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы, бульдозеры и многие другие. На первом этапе в рамках карты индустриализации по данному направлению запущено 74 проекта на сумму 212 миллиардов тенге. Создано более 9 тысяч постоянных рабочих мест. Необходимо продолжить системную работу по привлечению инвестиций в отрасли и расширению сотрудничества с мировыми брендами в области машиностроения. Уверен, что форум будет способствовать эффективному решению данной задачи. Желаю вам плодотворной работы, успехов и дальнейшего развития. Нурсултан Назарбаев.